Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу. В студии Татьяна Денира и Кирилл Политов. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Звонок в учебный год. Какие новые школы открыли сегодня двери для ребят и сколько учеников село за парты? Глубокая заморозка. Когда прозвучит судейский свисток на хоккейной коробке Ледового дворца в Барнауле? И не в полете живут самолеты. Зачем барнаульцы фотографируют лайнеры? Первый звонок сегодня прозвенел для 30 тысяч первоклашек края. Всего в школы региона отправилось 260 тысяч детей. В этом году в расписании появилось сразу несколько новых предметов. Астрономию вводить во все школы будут постепенно, а первыми в этом году изучать небесные тела начнут ученики 6 образовательных учреждений Барнаула и 20-й бийской школы. Основы финансовой грамотности с этого года больше не экспериментальный предмет. Дисциплина вводится в 3 школ края. На этих уроках дети изучают основы понятия ведения бюджета, учатся строить свой бизнес. Любой желающий может стать предпринимателем и реализовать свой бизнес-план прямо в стенах школы. Впервые в этом году школьники также начнут изучать географию Алтайского края. Этот факультатив вводят для того, чтобы привить детям интерес к малой родине. А в качестве эксперимента в некоторых школах ведут уроки ботаники, истории и литературы Алтайского края. Больше будет и выбор внеклассных занятий. Новых бойцов ждут в Юн-Армии. Это всероссийское военно-патриотическое движение. Сейчас значок Юн-Армии носят 300 алтайских детей. Но вот кроме того, в каждом муниципалитете края появится площадка российского движения школьников. А сегодня в регионе открылось сразу 3 новых школы. В селе Юдиха Тюменцевского района, в райцентре «Родина» и в Барнауле в микрорайоне «Дружный». В том, что последнюю школу успеют достроить к 1 сентября, у многих были сомнения. Но учебное заведение все же распахнуло двери перед учениками, причем построили ее меньше, чем за год. Готово ли оно к учебному процессу, выясняла Галина Юмашева. А как ты готовилась к 1 сентября? Хорошо. Хорошо готовилась? А что ты делала? Ну, там писала, читала. Для первоклассницы Алисы поход в школу пока еще мало чем отличается от игры. Тем более сегодня праздник, который оказался двойным. И в первый раз в первый класс, и школа открылась прямо рядом с домом. Все лето родители девочки сомневались, успеют ли строители. Еще неделю назад здесь укладывали плитку, красили стены, внутри помещения вели монтажные работы. Доделались. Ну прям за неделю махом. А вообще 1 декабря, да, должны были сдать? Ну, может, сейчас и как, 1 сентября запустят, но потом недоделки доделают. Сегодня перед нами предстала другая картина. Чистая территория и ни намека на недавнее присутствие строителей. Наш оператор, конечно, нашел небольшой след спешки, но вряд ли его можно считать серьезным. Школа новая, быстро построенная, в принципе. У вас не возникало никаких сомнений, что, может быть, где-то какие-то недоделки, которые могут повлиять на качество и безопасность? Ну, как бы, беседовали с директором. Директор сказал, что все ГОСТы, стандарты, все проверялось определенными организациями. Все, школа сдана в эксплуатацию полностью. Я думаю, не стоит сомневаться в этих словах сказанных. И, как бы, я думаю... Это все равно под контролем других. Если сам губернатор здесь, я думаю, все это будет перепроверено. А губернатор действительно был на открытии. Прошел по школе, посмотрел, оценил и резюмировал. Легкое чувство неудовлетворенности. Не нашел недостатков, на которые можно было попенять строителям. На строительство этой школы в самом густонаселенном районе Барнаула потратили более 500 миллионов рублей из бюджета всех уровней. Школа готова принять 550 учеников. Здесь 2 спортивных зала с душевыми кабинками, бассейн, стадион, спортплощадки, учебные кабинеты с интерактивным оборудованием и даже лифт – все самое современное. Условия, созданные для учеников с ограниченными возможностями. Конечно, по всем кабинетам мы не прошли, но в целом школа похожа на подготовленную к учебному году. Ее наполнение еще не завершилось, но это, говорят, скоро устранят. Классы оснащены всем необходимым, и в ближайшую неделю будет довезено то, что еще не довезено. Но к учебному процессу мы уже готовы приступить с сегодняшнего дня. По данным директора школы, в короткие сроки успели даже полностью сформировать учительский состав. С коллективом, честно говоря, были сомнения, что успеем формировать или нет. Это всем известно. У нас по начальной школе был дефицит. Но буквально за несколько дней мы этот дефицит закрыли. Из родительской общественности прибыло 4 учителя начальных классов.
Кажется, что к школе нет никаких претензий. Но пока в здании пахнет краской. И чтобы не навредить детскому здоровью, рассказали родители, уроки здесь будут пока короткими, а учеников на переменах будут выводить на улицу, подышать свежим воздухом. Для первоклассницы Алисы это, пожалуй, только польза. Галина Юмашева, Алексей Фризин. Наши новости. Алтайский краевой суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы самовыдвиженца в Барнаульскую городскую думу журналиста Елены Тетерятник. Она доказывает, что решение суда первой инстанции зарегистрировать ее в качестве кандидата было правомерным. Напомним, районный суд признал неправоту избирательной комиссии, отказавшей Тетерятник в регистрации. Но комиссия продолжила борьбу с кандидатом-самовыдвиженцем. Однако и журналист тоже не намерена сдаваться. Судебное заседание является закрытым. 25 августа. Краевой суд. Жалоба избиркома не регистрировать кандидата удовлетворена. О том, что Елена Тетерятник будет обжаловать это решение, не допускать ее до участия в выборах, самовыдвиженец заявила сразу. Жалобу в президиум краевого суда она подала 29 августа. Вердикт вынесли быстро, уже на следующий день. Это следует из онлайн-базы делопроизводства. Но до сегодняшнего дня, 1 сентября, кандидат до сих пор не получил решение. А значит, не может воспользоваться своим законным правом опротестовать заключение. Его выслали по почте, но когда оно дойдет? Выдать решение на руки оперативно суд отказывается. Пишите заявление, ждите 5 дней или надейтесь, что письмо нигде не потеряется. В предыдущих инстанциях суды постоянно шли нам навстречу, они выдавали судебные документы на руки. Это способствовало сокращению сроков, потому что, ну, как известно, идет избирательная кампания. О причинах отказа в жалобе и Елена Тетерятник, и ее представители даже не догадываются. В суд на заседание их почему-то не пригласили, хотя это предусмотрено Кодексом административного судопроизводства. Избирательные участки Елена посещает теперь как журналист. Выясняет причины аномальной явки на досрочное голосование, которое проходит без ее имени в бюллетенях. На округе номер 6, где она шла кандидатом, проголосовали уже больше сотни человек. Среди которых, говорит она, возможно, есть и те, кто собирался поддержать самовыдвиженца. Я очень благодарна всем, кто меня поддержал и поддерживает, дал подписи при моем выдвижении. К сожалению, меня не зарегистрировали как кандидата, но все-таки защищать жителей округа и помогать им как журналист мне никто не запретит. Но и история Елены Тетерятник с выборами не заканчивается. Она станет одним из центральных сюжетов фильма «10 сентября», который мы снимаем и выдадим в эфир после дня голосования. Из нашего фильма вы узнаете немало интересного и даже неожиданного о том, как проходят выборы в нашем регионе. Василий Морозов, Павел Лауронин, Алексей Фризин. Наши новости. Опасное благо цивилизации. В поселке Тигире Краснощековского района столбы электролиний раскачивает ветер. Жители села многие годы жалуются властям на неустойчивые подпорки. Недавно за помощью обратились к журналистам. На фото, которое сейчас появится, веер из столбов. В движении их приводит ветер даже небольшой силы, говорят местные жители. После многочисленных просьб укрепить опоры линий, люди стали привязывать столбы к заборам, чтобы те не упали на их дома. Глава Чинитинского сельсовета Анатолий Гудимов подтвердил, спустя 30 лет службы столбы действительно нужно укрепить. Но электрики в поселок почти не ездят из-за разбитой дороги. Сейчас приступить к работам они тоже не могут. Их специальное оборудование, бураям, ломается в земле поселка. Там почва каменистая, камни. Там вот сразу сверху начинается камень. А он тот бураям берет только вот глину, допустим, или чернозем. Глава сельсовета заверил, что в ближайшее время в поселок отправится бригада рабочих. Спецоборудование власти ищут в соседних районах. Жители одной из многоэтажек Барнаула жалуются на нашествие блох. Подвал здания, уверяют жильцы, буквально кишит паразитами. Блохи в доме повсюду, перебрались в подъезды и даже квартиры. Ну они вот, они маленькие такие, как типа комары накусали. Эти красные точки – свежие укусы блох, уверяет Юлия. Девушка считает, что причина в том, что подвал долгое время был закрыт, а сырость – отличная среда для размножения кровососущих. Сейчас жильцы активно запасаются химическими средствами и полынью. Считается, что это растение временно отпугивает насекомых своим запахом. За помощью горожане обратились в управляющую компанию, но услышали лишь обещание. Начальник ужил, само жил. Мастеру позвонила. Через неделю позвонила. Мне мастер сказал, за неделю приедут, их уберут. Я через неделю позвонила. Он сказал, я уволилась, звоните туда. Я снова позвонила туда. В общем, они сказали, я говорю, дайте хотя бы мне номер начальника. Они мне дали номер начальника.
начальник, в общем, они сказали мне, что начальник уехал в командировку и будет только в понедельник. Еле как они мне его шний номер дали. Потом я звонила в приемную госинспекцию еще и в администрацию. И никто не приехал до сих пор. Хоккейная эпопея, трибуна на 3000 мест, крытый каток с искусственным льдом, гостиница. Таким рисовали проект Ледового дворца для Сдюшор Алтай несколько лет назад. В 2016 году комплекс должен был открыться. На деле, на месте хоккейной арены, кирпичные стены и металлоконструкции. Почему проект стал долгостроем и когда у воспитанников школы Алтая наконец появится хоккейный дом, узнавала Яна Аксенова. Душераздирающее зрелище, говорит экс-директор хоккейного клуба «Алтай» Вячеслав Бугорский, глядя на долгострой. Разработкой проекта ледовой арены для «Сдюшор» он начал заниматься в 2008 году. На месте бывшего стадиона «Мотор» хотел сделать хоккейный дом. Вот это сооружение, вот трехэтажное, естественно, здесь вход, нижняя часть для болельщиков, там еще трибуна должна быть. Когда проект попал в федеральную программу, строительство передали краевым властям. Объявили тендер, но, по словам Бугорского, провели его неправильно и ошиблись с подрядчиком. По документам, хоккеисты должны были выйти на ледовое поле еще в прошлом году. На деле сегодня клюшка, шайба здесь явно не пригодятся. Да и журналистов на территорию тоже не пускают. Стройка заморожена временно. Все равно это охраняем, ничего здесь не боится. Ну и сюда вообще никто не проходил, да? Проходят электрики, приезжают, они по станции здесь приезжают, проходят. А когда работы возобновят, ничего не известно? Не знаю. Окончание строительства ждут не только спортсмены, но и местные жители. Жалуются, из-за забора ходить здесь стало небезопасно. Да надоело уже вот здесь вот ходить. Боишься, то машина задавит. Страшно здесь ходить. Дети, у меня внучка ходит здесь в школу. Здесь очень страшно. Совпадение или нет, но во время нашей съемки, когда жители жаловались нам на опасные условия, на месте появились представители районной администрации и вместе с подрядчиком стали планировать, как обезопасить территорию. Нам удалось на несколько минут попасть на территорию стройки. И заканчивается проход, то есть вы более скруглите, да, этот угол, срежете. Да, ну, это именно сделаем для безопасности, чтобы люди не выходили на проезжую часть, а там мы уже как бы мы помилили. Я думаю, примерно метр. Ну, метр, полтора максимум. Обещают, на все работы уйдут 2 недели. Жители надеются, что этот процесс не затянется до сроков хоккейного долгостроя. Работы здесь начались в 2011 году. Тогда должны были освоить 500 миллионов краевых и федеральных рублей. Но до 2016 успели потратить только 180 миллионов. Когда строительство встало, федеральные деньги поступать перестали. Теперь придется искать их где-то еще. Сейчас, чтобы получить финансирование, краевые власти надеются попасть в другую программу. Какую, пока не знают. Федеральную программу развития физкультуры и спорта до 2020 года долгострой не попадает. В сложившейся ситуации винят застройщиков. Сначала обанкротился первый, потом и второй, небезызвестный «Стройгаз». Вся проблема по данному объекту в том, что финансовая нестабильность генерального подрядчика «Стройгаз» привела к тому, что работы на объекте в 2016 году в начале были полностью прекращены. В этой связи нами ведется претензионная работа. Вместе с тем мы в настоящее время подготовили проект, эскизный проект развития, завершения строительства данного объекта. Вот новый проект. Кроме хоккейной арены для тренировок, здесь несколько спортивных залов, гимнастический, тренажерный, зал для единоборств. Место для них нашли за счет уменьшения трибуны. Теперь вместо 3000 посадочных мест предусмотрено всего 800. Если новую концепцию одобрит губернатор, стройку рассчитывают возобновить летом 2018 года. Между тем, пока продолжается эта строительная эпопея, все больше перспективных игроков покидают Алтай. В прошлом году 9 воспитанников краевой школы отправились в Китай. Уезжают и тренеры. Достойного места в Барнауле им не нашлось. Говорят, вернуться бы рады, но куда? Я очень люблю Барнаул. Я со слезами на глазах оставлял свою группу, которая была сформирована. Малышей, которые последних набирал. И мальчишки есть в наших районах хорошие. Но я всегда говорю, что земля алтайская полна талантов. Здесь люди годами бьются об стену. И ничего не происходит, ничего не меняется, причем даже надежды нет никакой. О необходимости ледовой арены для команды «Алтай» и детской школы в Барнауле говорят уже много лет. Дворец спорта, где тренируются и играют хоккеисты, принадлежит Краевому совету профсоюзов. Час аренды льда – 11,5 тысяч рублей. В год больше 10 миллионов из краевого бюджета. Вот и вынуждены тратить свои деньги, потому что из-за срыва сроков потеряли федеральные.
Яна Аксенова, Николай Шилко, Алексей Фризин. Наши новости. В Барнауле появился памятник святому чудотворцу Сергию Радонежскому. Сегодня его торжественно открыли у стен Барнаульской духовной семинарии. Статую привезли из Краснодарского края. Преподобный Сергий как бы пришел стопами своими в этом ему памятнике на Барнаульскую землю. Это подарок ученикам семинарии специально ко Дню знаний, ведь святой Сергий Радонежский – покровитель всех учащихся. Скульптура сделана из бронзы и железобетона, окрашена под бронзу, медь и антик. Ее создатель – известный российский скульптор Михаил Сердюков. Памятник входит в проект «Аллея российской славы», в рамках которого создаются монументы и бюсты исторических деятелей. Таких по всей стране уже больше 70. Это скульптуры Михаила Ломоносова, Александра Невского, Юрия Гагарина. Скульптурные портреты людей, значимых для российской истории, автор бесплатно изготавливает для школы и кадетских корпусов. Митрополит Барнаульский Алтайский Сергий попросил автора о таком подарке для Барнаульской духовной семинарии к 1 сентября. Сегодня освящена эта вот скульптура, изображающая преподобного Сергия Радонежского, того святого, который известен не только тем, что он благословил благоверного князя Дмитрия Донского на битву с Мамаем, но и известен тем, что сам, испытывая проблемы в юности с учебой, сейчас является помощником, духовным наставником для тех, кто также учится. Наставники есть и у героев нашего следующего сюжета. Правоохранительный класс для самых маленьких впервые появился в Барнауле. На торжественной линейке в 53-й школе рядом с обычными учениками выстроились дети в форме сотрудников полиции. Помогать учителям готовить новую смену и делиться со школьниками знаниями до самого последнего звонка будут сотрудники МВД края. Алена Февраль пообщалась с будущими защитниками правопорядка. Меня даже не расстраивает то, что мы будем ходить только в этой форме, а не в другой разноцветной. Мне нравится эта работа. Конечно, ваши красивые формы, да? Да. Отпечатки пальцев и фотороботы – вот что интересует первоклассницу Настю Чувакину. В свои 7 лет она уже точно знает, что пойдет по стопам своего папы, старшего участкового, и работать будет в полиции. Учиться азам непростой профессии девочка решила уже сейчас и пошла в специальный правоохранительный класс. Папина работа как бы интереснее, что она важнее. Потому что без полиции бы никак, потому что родину бы захватили там. Они ловят бандитов, которые мешают. Когда я вырасту, буду ходить в этой форме и буду расследовать суперсекретные дела. Стать полицейскими так же, как Настя Чувакина, решили еще 35 первоклашек. Учиться в школе они будут по особой программе с углубленным изучением российского законодательства. В этом году малыши освоят основы правил дорожного движения, а дальше их ждет правовая и психологическая подготовка и даже занятия по рукопашному бою. А помогут им в этом действующие стражи порядка, которые за годы учебы посвятят малышей в тонкости профессии и проведут немало экскурсий по отделам полиции. Ребятишкам маленьким показать, какие есть виды экспертиз различных. Запланировали в БИИ их свозить на кафедру криминалистики. Там у нас один из Сибири лучших кабинетов, где прям макеты находятся, обстановки на месте происшествия различных там преступлений. Очень интересно, думаю, им понравится. Будущих полицейских в 53-й школе воспитывают уже 5 лет. Правда, раньше начинали с 8 класса. И такая профориентация уже принесла свои плоды. У нас есть хорошая такая статистика, что за 5 лет учащиеся этих классов не сделали ни одного правонарушения. Ни одного. Но и мы понимаем, что даже если они не идут потом в дальнейшем по этому направлению, то во всяком случае из стен нашей школы выходят законопослушные граждане. Кроме будущих правоохранителей, в 53-й школе в этом году с 1 класса начнут готовить еще юных инженеров и изобретателей. О научных открытиях и секретах своей работы им будут рассказывать ученые технического вуза. И может, пока для первоклашек это все игра, но для многих она станет призванием в жизни. Алена Февраль, Николай Шилко. Наши новости. Их называют споттерами. Это люди, которые фотографируют самолеты. На протяжении 3 дней они вели съемку в Барнаульском аэропорту. Зачем и что привлекает фотографов в «Железных птицах», знает Елена Кузовкина и Павел Лауронин. Они тоже работали на съемочной площадке.
Чтобы стать споттером, не нужно профессионального образования. Люди, которые наблюдают и фотографируют самолеты, делают это, как правило, ради удовольствия. Ради удовольствия они спали две ночи подряд, поскольку именно в темное время суток в барнаульском аэропорту взлеты и посадки совершаются гораздо чаще, чем днем. Профессиональные споттеры знают, что иногда ради хорошего кадра необходимо провести на относительно свежем воздухе несколько часов. А потому советуют, в первую очередь, новичкам взять с собой запасной аккумулятор, несколько объективов, термос с чаем или кофе, и парочку бутербродов. Паша, у тебя есть бутерброд? Нет, да? Жаль. Впрочем, сегодня бутерброды были бы ни к чему. Съемку назначили днем, и вот он долгожданный и пока единственный самолет отечественного происхождения. Внешне не блещет лоском, но повидавшие виды судна споттера все равно впечатляет. Он движется. Так, и что в нем интересного такого сейчас? Для вас, для фотографа. Для меня это движение, это динамика. Вот диск винта, когда он крутится. И запах. Запах, например, керосина. Или в лесном у нас запах бензина. Вот эти ощущения полета, предвкушения. Фотография этого же не передает. Это память. Память это остается. Фотографировать самолет можно, пока он стоит на парковке. Следующий приземлится через пару часов. Наша съемочная группа очередного объекта не дождалась, не позволяет рабочий график. А вот настоящие споттеры действительно готовы ждать самолеты часами. Например, Мария призналась, что влюблена в железных птиц, именно так она выразилась, с 2008 года. К слову, сейчас девушке 17, и она намерена связать жизнь с авиацией. Каждый раз на споттинг меня возит мой дедушка. Я ему очень сильно благодарна. И вот мы вместе с ним, бывает иногда по 5, по 6 часов сидим под забором, ждем птиц. Добавим, что подобные фотосессии устраивают практически все уважающие себя аэропорты. Наш уже 6-й год подряд. Кстати, опытные споттеры занимаются своим делом вовсе не бескорыстно. Их снимки часто покупают информационные агентства или авиакомпании. Так что, если вам надоело фотографировать цветы да ягодки, отправляйтесь на любой из ближайших аэродромов. Только не забудьте захватить с собой документы и договоритесь о съемке заранее. Иначе с охоты за птицами вы придете без добычи. Елена Кузовкина, Павел Лауронин. Наши новости. Небо, самолет, девушка. И к этому часу все новости. Телефон редакции 722-440. Хорошего настроения, новых впечатлений вам. До встречи в эфире.